Беру не сидеть без дела. Дело у них много. Кстати, о делах. Поговорим о могиле на западном холме. Ладно. Могильник. Надо подождать у костра ту воительницу. Ты пришла. Я боялась, не придешь. Ну, я здесь. Хочешь поговорить насчет тех обысков, которые устраивает надзиратель? Воу-воу-воу. Погоди. Я видела, как вы с Сейкой дали ему отпор. У тебя наверняка были на то свои причины. Но скажи, готова ли ты бросить настоящий вызов Рэнгу? Ну, если надо. Слушай, я вижу, ты осторожничаешь. Но как помочь тебе вслепую? Наверное, ты права. Да и в нашем-то положении. Ты видела, сколько влияния у бюро? Дома все еще хуже. Но есть и те, кто всеми силами пытается им противостоять. С этой целью мы и прибыли сюда, под началом искателя Энки. Недавно отряд Энки под видом разведывательной операции отправился в поход за бесценным путевым листом. Но они не вернулись. Угадала. Только Энки и Кельва, еще одна из наших, знали истинную цель той вылазки. Этот путевой лист может привести нас к тайникам с визорами в Великой Дельте. Поэтому мне очень нужно отыскать Энки. Или закончить начатое. Значит, у вас на родине много таких надзирателей, как Рэнг? Рэнг — ядовитая жаба. Но бюро надзора — это черное сердце Империи. Оно сеет страх и подозрения. Каждый Квен должен сообщать о любых актах непослушания или бунтарства. Соседи становятся врагами. Да что там соседи? Мой брат только для того, чтобы выслужиться, донес в бюро на нашу мать. Она была невиновна. Но когда она вернулась с допроса, в ней что-то надломилось. Это ужасно. Сочувствую. Такие душевные раны не заживают. Значит, вы примкнули к экспедиции ради этого путевого листа? Не совсем. Изначально флот направлялся в другой город, на севере. Город великих тайн, как мы полагали. Энки надеялся собрать как можно больше знаний, прежде чем те угодят в руки других искателей. Когда мы очутились здесь, он наткнулся на упоминание о путевом листе и его местонахождении. Он понял, что находка куда ценнее утраченной цели. Это был ветер в парусах и надежда. Ты сказала, этот путевой лист указывает на тайники с визорами? Их там полно. И все в Великой Дельте. Только искателям дозволено изучать наследие. И то лишь его часть, по словам Энки. Значит, будь у вас визоры, вы могли бы все узнать. Не просто узнать. Применить. Все, что создали Квен, наши флоты, наши технологии, основаны на наследии. Вот в чем сила Империи. И если вся эта сила будет на нашей стороне, может, мы, наконец, сможем ослабить хватку надзирателей. А то, глядишь, и вовсе не свергнем их. Я постараюсь найти отряд Энки. Куда они направились? К острову, на юго-западе. Энки считал, что путевой лист где-то там, в руинах. Я, кажется, видела дым на другом острове, восточнее. Может, по пути они угодили в беду? Стоит глянуть. Если не приведи легенды, с Энки все-таки что-то случилось, его визор все равно нам поможет.
и лист, который он искал. Ясно. Попробую помочь. Две зацепки. Если путевой лист, который искал Энки, поможет Квен добыть визоры, это в корне изменит ситуацию. Ну как так? Успокойно. Тот сигнал, про который говорила Теоя? На том разрушенном мосту солдат Квен. Надо перебить напавшие на него машины. Машина загнала его в угол. Клятые скали. Кто бы знал, что за меня вступится чужеземка. Сильно ранен? Заживет. Но каким ветром сюда занесло чужеземку? Меня зовут Элой. Я побывала в вашем поселении. Разыскиваю отряд Энки. Ясно. Я Рокома. Я отвечал за искателей Энки. На острове к западу отсюда мы нарвались на машины. Пришлось взять Энки за шкирку и бежать. Но далеко мы не ушли. Странный водоворот разбил нашу лодку о руины. Еле дотянули до берега. А потом на нас выскочили эти машины. Энки увидел их первым. Принял удар на себя. Вскоре после этого он умер от ран. Если Энки погиб... Я должна вернуть его визор. Не будет. Он затерялся в море. Но раз ты здесь, может, у моих товарищей есть надежда. Они остались на том острове. Прошу, ты должна им помочь. Ладно, сделаю, что смогу. А ты сам? Тебя нельзя бросать. За меня не волнуйся. Я соорудил плот. Машин больше нет, так что... Я доберусь до поселения. Ладно. Ну, удачи. Надо осмотреть другой остров. Может, еще кто выжил. И если визор Энке затонул вместе с лодкой, есть шанс его достать. Надо найти тот водоворот. Приближаюсь к острову, о котором говорил Рокома. Thank you.
Надо поискать уцелевших. Солдаты Квайн. Наверное, они из отряда Энки. Надо взглянуть поближе. Их убили машины. И тут записка. Они считали, Рокому что-то замышляет. Надо выяснить, что случилось на самом деле. Визор поможет. На этих людей напали машины. Но они отбили атаку. По крайней мере, первые. Материалы для плота. Они пытались уплыть с острова после того, как Рокума забрал лодку. Шесть коек, но только три тела. Энки и Рокума ушли на лодке. Где же последний солдат? И так они строили плот, чтобы уплыть с острова, но их перебили машины. Энки и Рокому спаслись до этого. И еще один солдат уцелел. Надо поискать следы. Может, пойму, куда они ушли. Вон там, следы. Возможно, было несколько человек. Последний из пропавших. Убиты в схватке. Ее зарезали ножом. Получается, Рокому мне соврал. Его следы идут дальше. Здесь следы обрываются. Дальше что-то тащили. Видимо, отсюда тащили лодку. Значит, Рокому убил ту Квен и увел Энки, бросив остальных на погибель. Он должен за это ответить. Сначала поищу путевой лист, за которым они шли. Можно начать с руин. Может, с той башни? Может, здесь найдется и путевой лист? Мешанины из данных, но если в них покопаться, Квен поймут, где искать визоры. Надо найти водоворот, о котором говорил Рокум. Может, смогу найти визор Энки в обломках лодки. Вода плакучит. Значит, вот где затонула лодка Рокума. Может быть, на дне я найду визор Энки? Но нырять лучше подальше от водоворота. Надо действовать осторожно.
хвост зацепились какие-то обломки. От них поступает сигнал. Как ты вернулась? Элой, вижу, ты меня нагнала. Ты соврал, Рокома. Я была на острове, где ты бросил товарищей. Троих убили машины, но четвертую... Ее убил ты. Потом похитил Энки. Все-таки правда вскрылась. Мы разбили лагерь. Энки с напарницей куда-то пошли. Я следом. Они обсуждали какой-то путевой лист. Она заметила меня и схватилась за оружие. Не оставила мне выбора. Ты следил за Энки? В этой экспедиции мне поручили помогать Ренгу. Ренг подозревал, что Энки что-то замышляет. И поэтому... Все, кроме тебя, мертвы. Я одного не понимаю. Зачем просить меня вернуться за ними, раз я могла узнать правду? Это был шанс уменьшить зло, что я причинил. Я успел спросить Энки, почему же он не дал машинам убить меня. Его ответ был прост. Мы заставляем себя творить зло, потому что считаем, что у нас нет выбора. От этих слов... У меня внутри что-то перевернулось. Это значит, что всегда есть другой путь. И если ты правда раскаиваешься, ты должен дать отпор Ренгу. Это он подтолкнул тебя. Признать вину — это одно. Но бросить вызов бюро... Ренг доложит обо всем по возвращении домой. Меня упекут в тюрьму. Энки промолчал бы. Ну... Выбор твой, и ничей другой. Просто подумай об этом, ладно? Адмиралу будешь доказывать. Просила себя лентарогом. Тебе так трудно почтить память наших пап. Не провоцируй меня. У тебя должны быть очень веские улики, Рэнк. Сэр, я располагаю свидетельством очевидца. Он слышал, как они вдвоем с искателем Энки строили план. Какой абсурд! Чем ты его подкупил? Погодите. Тебя это не касается, дикарка! Еще как касается. Я отыскала отряд Энки. Почти все мертвы из-за твоих козней. Если и мертвы, я в этом не виноват. Виноват. Адмирал. Я эксперт по рискам. Рэнк сказал мне, что искатель Энки изменник, и велел за ним проследить. Когда меня раскрыли, я был вынужден принять меры. А что же Энки? Невиновен. Он погиб, спасая меня от машины. Я не знаю, какие у Ренга улики, но обвинение беспочвенно. Адмирал, я... Молчать! Пятеро погибли. Ты отправил эксперта по рискам, не сообщив мне.
Я в своем праве. Не в чрезвычайных ситуациях. Мы разбились. В соответствующей статье морской хартии четко сказано. В случае Аврала ты должен передать всех агентов под мое начало. А уж принуждение людей к даче ложных показаний... В карцер его. Теоя, ты свободна. Рокома, за мной. Изложишь все подробно. Спасибо за службу, чужеземка. Вот виза Ренки. Я загрузила путевой лист. Отыщи другие визоры. Освободи свой народ. Я постараюсь. Этого бы хотел Энки. Вот. Возьми это. Ты дар самих легенд, чужеземка. Похоже, часть Квена из бункера Лондры вернулась. Хорошо, что они пришли в чувство. Пожалуйста, помоги мне. Я не знаю, помнишь ли ты меня. Зал Вознесения, да? У тебя были сомнения насчет Уолтера. Да. И с тех пор стало только хуже. После того, как ты ушла, воцарился полный хаос. Большинство наших решили погрузиться на лодки и плыть сюда. Но потом пришел Пирик, еще один громила Уолтера. Он и его бойцы стали всех задерживать. Они схватили Лана, увели его, а я не мог помешать. Прошу. Вызвали его. Адмиралу сейчас попросту некого отправить на поиски. Что именно произошло после моего ухода? В лагере начался разброд. Ты убила Зета, единственного, с кем общался Уолтер. И когда Бренник передал нам его слова, что Уолтеру мы не нужны, мы растерялись. Некоторые пошли к лодкам, посчитав, что нам остается только плыть обратно. Тут нагрянул Пирик с подручными и стал всех задерживать. Не успел я опомниться, как Лана схватили. Я жалею, что бросил его. Но люди Пирика были в ярости. В бешенстве. Ты поступил правильно. Раненый, ты бы никак не помог Лану. Я не знаю. Возможно. Насколько я помню, Лан говорил о Лондре с большим восторгом. Лан настрадался в экспедиции. Он чуть не утонул при шторме, а когда мы разбились, тяжело заболел. Он пролежал несколько недель, дышал. И то с трудом. Мне кажется, он увидел в Уолтере все то, что искал. Поддержку, утешение, спасение. Сплошной обман. Было похоже на правду. Поначалу. Где ты расстался с Ланом? На берегу к югу от бункера. Я ушел на последней лодке. Бойцы Пирика бросились на перерез. Мы еле спаслись. Страшно подумать, что стало с Ланом. Пожалуйста, найди его. Я постараюсь.
Значит, берег к югу от бункера Лондры. Оттуда и нужно начать. Последний раз видел Лана. Похоже, не все сумели спастись. Надо взглянуть на тело поближе. Некто Пирик с подручными увел с собой остальных Квен. Этот, видимо, сопротивляется. Надо узнать, куда они пошли. С помощью визора. Святилище в честь Лондры. Видимо, так люди Пирика выражают свою преданность. Эвакуироваться в лагерь и оставил указания для отставших на запад сквозь зубы моря и мимо места, где огромный железный змей рассекает волны. Проще будет поискать с неба. Квен грузили припасы. Когда явился Пирик, они, наверное, запаниковали. Тут торчат из воды руины. Может, это и есть те самые зубы моря? Теперь надо найти огромного железного змея. Где-то к югу отсюда. Эти древние балки и правда напоминают змею. Может, это тот ориентир из записки Пирика? Значит, мне на юг мимо них, а потом в сторону рассвета.
Дверь заперта. Может, техника дала сбой из-за грозы? Надо уносить ноги! Блеск, только нестабильный. Может рвануть от малейшего толчка. Снижаюсь.
У них там призрак. Это точно люди Лондры. Руины. Наверняка это лагерь Пирика. Надо найти Лана. Полагаю, теплого приема ждать не стоит. Надо быть начеку. От моих стрел не спрячешься! У нас задание. Я с тобой. Обыскать район. Мы ее найдем. И скоро. Следи за тылом. Вот и наши враги. Oh!
Лоренса! Подойди сюда! Это ведь ты расправилась с Зетом. А теперь что, пришла за Пириком? Если так, я охотно помогу. Потому что он убил моего друга. Кого именно? Уж не Лана ли? Нет, Артора. Он не хотел сдаваться без боя, и этот изувер убил его у всех на глазах. Мы все думали, что станем частью прекрасного нового мира. Кучка идиотов. Дай мне один шанс, и этот Пирик — покойник. Погоди, всех ли мы освободили? Только тех, что наверху. Остальные под землей с Пириком. Лан тоже, наверное, там, если это он тебе нужен. Иди, я тебя прикрою. Ты знаешь, где они держат пленников? Рабочие бараки не отличить от тюрьмы. Наверное, там. Проберемся. Попробую их вызволить. Пленники где-то за теми воротами. Ворота надо держать, чтобы не закрылись. Пропусти меня туда. Я помогу. Мы были как одна семья. Друзья, это ваш шанс! Помогите отбиться! Пора дать им сдачи! Мы с тобой, чужеземка! Ну вот, начинается! Thank you.
Убейте его! Остальных пленников. Его жилище на верхнем ярусе. Дверь заперта. Разберемся. Что Лондра здесь искал? Не знаю. Мы вели раскопку. Блок доступа. Может, с ним мы пройдем к Пирику? Прости, там было важное дело. У тебя есть что мне рассказать? Не знаю. Мы вели раскопку. Ценой многих жизней. Сочувствую. Вошли. Никого. Видимо, сбежал, забрав остатки пленных. Мы его найдем. И Лана, надеюсь, тоже. Поищу следы. Запах. Но что ты знаешь про Пирика? Он был за главного. Обожал помыкать нами. А стражи — мои бывшие товарищи. Он отсылал их прочь, и они возвращались другими. Пустые глаза, как у машин. И они без возражений выполняли любой приказ. Звучит зловеще.
Я думаю, Пирик держал их в той башне. Я могу усовершенствовать оружие Зенита. Нужен только верстак. Оставлю при себе. Пирик мертв. Что теперь? Не бойтесь, все хорошо. Хорошо? Из-за тебя я не смогу попасть к Уолтеру. Она спасла тебя. От чего? От райских кущ? Теперь я не смогу вознестись. Ясно, значит, ты сюда пришел по своей воле. Меня прислал Атосу. Атосу не понимает, как и все вы. Уолтер обещал нам вечную жизнь. А ты перебила его вестников одного за другим! Мне жаль тебя огорчать, но никакого рая нет. А Уолтер использовал вас. Он не знает, где вы, и ему плевать, иначе почему он не здесь? И поэтому мне верить тебе? По мне, так пусть остается здесь. Лан, здесь опасно. Тебе нужно вернуться в поселение. Отосу страшно переживает. Ты ведь хочешь с ним увидеться? Наверное. Да и есть ли у меня выбор? Я прослежу, чтобы все добрались. Даже этот чурбан. Только он один и не понимает, как мы тебе обязаны.
Надо убедиться, что все благополучно добрались. И поговорить с Отосу. Он рассказал мне не всю правду. Сейчас бы прохладный ветерок. Здесь надо бы сходить к верстаку и улучшить оружие зенита. Сотворим его сами. Элой, спасибо за помощь. Но хочу предупредить. Оказалось, не все громилы Зета и Пирика вернулись сюда. Нескольких не досчитались. Возможно, они разбили лагеря у других раскопов. Как Пирик. Будь начеку. Они жаждут твоей крови. Ясно. Буду смотреть по сторонам. Как там Лана и Атосу? У тебя нет доказательств. Может, Волтер вернется за нами? Если бы он хотел, давно уже так и сделал бы. Я отойду на минутку. Ладно? Ты был со мной не совсем честен. Знаю. Я боялся, если скажу, что Лан пошел добровольно, ты не станешь помогать. Намерения у тебя добрые. Но это обман. Действие в духе Лондры. Прости. Как мне загладить вину? Позаботься о Лане. И о других, если нужно. Думаю, не только он цепляется за лживые обещания Лондры. Да, ты права. Есть тут такие упрямцы. Когда наши товарищи, те, кого мы променяли на Уолтера, поняли, что ушли мы по своей воле... В общем, встретили нас прохладно. Нужно заново навести мосты. Помиритесь с ними. Это непросто. Вдвоем будет легче. Как думаешь, он придет в себя? Да. Просто ему нужна забота. Искренняя забота. Ты его убедишь. Я в тебя верю. Запись? Кажется, звук исходит из стекла. Thank you.
Интересно. Пригодится. Подъемник не сдвинется. Посмотрим, что у нас здесь. Носильщику это пригодится. Значит, кто-то еще на них набрел. Лагерь как у озерам.
Эрика, но как к ней пройти? Добраться. Много вагонов. Что это за место? По крайней мере, он больше не мешает. Что за звук? Ау! Здесь кто-то есть? Если да, я был бы признателен за помощь! Осматриваешь здешние красоты? Не хочу, я иду!
Признаюсь честно, уснуть совсем не помогает. Тем не менее, это место наверняка... Как удачно! Не пропадет, старина! Гилдон? Элой! Моя огневолосая Дора! Моя мастерица! Вторая пара рук! Кто бы мог подумать, что судьба вновь нас сведет! Ха! Уж точно не я! Что ты здесь делаешь? Ну, в общем, я услышал отголоски ни на что не похожего голоса. Он манил меня в это загадочное место, но... Я устоял. Я знал, что это особый поход, не для одного, поэтому позвал своего друга Олвара. Тот был только рад. И где же он? Увы, мы разделились по пути сюда, когда наша лодка угодила в жуткую бурю. Меня сдуло за борт. Я барахтался на волнах, ожидая, что пойду на корм щелкозубам. Но нет. Море выплюнуло старину Гилдуна на берег! Наверняка Олвар, решив, что я погиб, продолжил путь, как настоящий собиратель. Я, пока мог, следовал за ним, а потом набрел на дверь, что не поддавалась. Естественно, я стал искать другой вход. Тогда-то я и обнаружил древний рычаг, суливший избавить меня от преграды. И дернул за него. Что? Возможно, если вдуматься... привело к закрытию двери. Так и стала возможная наша очередная случайная встреча. Давай по порядку сначала. Как ты сюда попал? Последний раз я видела тебя в дамбе на севере. После твоего ухода я много где побывал. Заглядывал в руины, даже забрался в другую дамбу за светом пустоши. Но ничто не сравнится с нашим походом. Ты прошел от земель Банук аж до запретного запада? Таков старина Гилдун, уголек на ветру. И так случилось, что я наткнулся на экспедицию к пылающим берегам. Вот он, мой шанс испить из чаши приключений, подумал я. Так что я примкнул к ним, и вот мы здесь. Ну, не знаю, как ты сумел добраться до сюда невредимым, но... Рада встрече, Гилдун. Расскажи про этого Олвара. Мы сблизились по пути к этим неизведанным берегам. Вечер за вечером я рассказывал спутникам о своих похождениях. Олвар внимал в восхищенном молчании. И по прибытии мы решили объединить усилия. Как у него зажглись глаза, когда я сказал об этом месте. Что приятнее, чем предвкушение похода с добрым другом. После падения в море... Я всюду его искал. Уже начал отчаиваться, как вдруг увидал его лагерь. Он обрадуется вести о моем спасении так же сильно, как Карха рассвету. Я не сомневаюсь. Короче, я правильно поняла? Ты думаешь, Олвар сумел забраться в руины еще глубже? По кстати, подвернувшейся шахте. Только жаль, что теперь эту шахту завалило обломками. Ясно. И чтобы пройти к нему, нам надо как-то миновать эту самую дверь. Нам? Да, Гилдун, я помогу тебе найти Олвара. А то ты опять угодишь в западню. Ха-ха, чудесно! Как в былые времена. Ты с твоими чудными придумками, и я со своим чутким на опасность носом. Дверь прямо впереди. После вас. Приветствую тебя в моей скромной обители. Тут мило. А то! Жаль, не могу разделить эту находку с Олваром. Я упал в море в тот самый момент, когда показались руины. Но как я обрадовался, обнаружив здесь свои лапы! Сочтя меня погибшим, Олвар забрал их себе. Не пропадать же кому-то. Чего?
Что-нибудь нашла? Один из предтеч оставил код. Он был здесь один. Транслировал запись, надеясь привлечь других. И кто-нибудь пришел? Не знаю. Вот где меня подстерегал коварный рычаг. Рычаги здесь лучше не трогать. Но препятствие на петлях. Финал нашей экскурсии. Тут точно не пройти. Не первая моя неодолимая преграда. Попробуем этот код. Скорее бы познакомить тебя с Оваром. Наконец-то! Крошащийся камень, зловонная плесень, мечта собирателя. Судя по всему, кто-то решил пустить в ход взрывчатку. Олвар никогда не жалел взрывпасты. Может, получится сдвинуть этот вагон? Предтечам, наверное, нравилось проводить время под землей. Прирожденные собиратели. Ты мне не поможешь? Положись на меня. Ладно, толкаем. Хорошо, когда есть транспорт. Ты слышала? Да. Надо быть начеку. Надо сделать шаг назад. Как, по-твоему, они бурили в земле эти туннели? Вручную?
взрыв пасты с помощью лунорога. Пульт управления спекся. Теперь туда не залезть. Придется искать другой путь. Не буду же я тянуть эту штуку себе на голову. Уступа не достать. Я бы тебя подсадил, но колени у меня уже не те. Уж сколько раз в походах ящики меня спасали или грозили раздавить. Нужен код и блок доступа. Подожди-ка там, я осмотрюсь. Ни один стоящий поход не обходится без испытаний. Этот вагон мешает. Надо бы как-то его обойти. Что ты сказала? Ничего. Может быть, я что-нибудь найду в этой шахте? Желаю удачи! Лично мне всегда лучше удавалось терять вещи, чем находить. Ох, чего я только не терял. Молотки, осколки, своего... Даже умудрился уронить в море свое бесценное зеркало. Опять нужна твоя помощь, Гилдун. Я найду тебе удобный путь наверх. Мои руки к твоим услугам. Вижу, ты по-прежнему выбираешь опасные маршруты. А, ты цела? Ну, конечно. Наш друг Предтеча оставил еще код. Какая забота! Наверняка многие откликнулись на его зов. Что-то не похоже. Ох, печаль. Подъемник движет. Гилдун, залезай! Ладушки! Это безопасно? Ну, более-менее. Вот это и заберем. Приступим к толкам.
честного пира. Вот опять этот звук. Звук стал ближе. Как ли это можно потянуть? Еще обойтись без падений. Можно залезть выше с вагона на верхнем уровне, но сначала надо забраться на него. Если б только нам посчастливилось набрести на еще один ящик. Или можем притащить тот, что наверху. В смысле, перелезть туда? Легко. А как вы с Олваром познакомились? Мы были в одном караване. Сперва он меня чурался. Пока я не рассказал про маму. Про ее бесценное зеркало. И как я нашел, точно такое же. Его заинтересовало твое зеркало? У него пытливый ум. Вы с ним подружитесь, как губки клещей. Ха-ха! Еще умею! Ладно, сейчас пройдем! Сегодня гимнастика. Thank you.
всех уложили. Пойдем дальше. Мы на шаг к Колмару. Небось гадает, кто это тут так расшумелся. Ты что-нибудь нашла? А его подруга? Но Олвара не видно. Будем искать. Из него и в помещениях можно стрелять. Он здесь уже давно. Наверное, взрывчатка привлекла наракупов. А это... Он украл зеркало Гилдуна. Наверное, когда вытолкнул его из лодки. Вот и что я теперь скажу Гилдуну? Элой! Он там? Или ты опять разговариваешь сама с собой? Надо идти, Гилдун ждет. А вот и она, собирательница, каких мало. Ну, излагай. Ну, не видела там моего партнера? Гилдун, Олвар погиб. Машины убили. Вот что он держал в руках. Мое зеркало? Но как? Мне очень жаль тебя расстраивать, но... Кажется... Вот что значит друг. Он знал, как сильно я им дорожу. Вот... Вот почему он хотел его сберечь. Он думал обо мне до конца.
Знаешь, Гилден, конечно, ты прав. Вот таким его и запомни. Теперь ты хотя бы знаешь, что с ним стало. Да. И впрямь. Лучше не закончить поход, чем не начать. Что же за невезение такое? Только я... наконец-то вправду нашел друга. Молоту судьбы все равно кого бить. Казалось бы, пора привыкнуть. Сказать честно, друзей у меня толком не было. Если даже родная мать не хочет проводить с тобой время, кто же захочет? Я начинаю думать, что так вся моя жизнь не пройдет. Что бы я ни делал и не говорил, все равно я обречен быть один. Нет, это неправда. У тебя буду я, Гилден. Я, конечно, не всегда рядом, но есть способ, как мы можем поддерживать связь. Через это. Одно из твоих чудес? Это визор. Надень на голову. Вот так. Ух ты! Искры стали! Глянь сюда! И сюда! И вон туда! Да чего красиво! Не знаю, что это такое, но любо-дорого смотреть. Я познакомлю тебя с парой своих друзей. Они покажут, как он работает. И я говорила искренне. Если я тебе понадоблюсь, зови. Я всегда выручу. Пока ты отсюда не свалила, я тебе вручу подарок. Тебе эта вещь пригодится больше моего. Спасибо, Гилден. И до новых встреч. Я задержусь здесь. Хочу разобраться, как устроено это миниатюрное чудо. Если тебе пора, ступай!